Почему любая ситуация должна прежде всего классифицироваться вами? На вас система идет или человек система? Если человек ходит, значит, у вас задачка с таким человеком. Какая задачка? Значит, нужно менять модель поведения. Нужно чуть-чуть подождать, посмотреть, что этот человек будет делать под напряжением. Всегда. Если вы желаемое задесите, то это ко мне, да, я такая сика, пападос. Никто никому не нужен в этом мире. В восьми ролях, услышьте меня, все люди придумывают, что они кому-то нужны, что они где-то востребовательны, что они могут тут выбирать. Никто ничего не выбирает. Это глупости, потому что там цикл, и ходим мы, тупо делая одно и то же. Человек, не умеющий воспринимать вот этого, он никогда не увидит этого. Он будет ходить только по тем закоулкам, которые его ориентируют на тот конечный результат, на те условия, куда он хочет попасть.